Понюхали пороху первые стрельбы молодого пополнения регионального командования «Запад». Свыше 200 военнослужащих срочной службы Актюбинского, Атрауского и Бениуского гарнизонов выполнили практические стрельбы и прошли полосу препятствия «Атлетизм, решительность, дерзость». Защитники Отечества показали себя в этом испытании лучше всех. Тем не менее, они недавно пришли в армию. Однако некоторые хорошо владеют оружием. По результатам первого выстрела лучший показатель достался рядовому Ермеку Муханалину. Он набрал 93 очка из 100. Я выполнял все инструкции моих командиров. В следующий раз буду стараться улучшить свой результат. Мы с интересом осваиваем азы боевой подготовки и готовимся к принятию присяги. Думаю, у многих парней, кто в нашей команде, есть огромное желание служить Родине. Стрельбы являются завершением подготовки молодого пополнения воинских частей, чтобы, как говорят в войсках, солдаты могли понюхать пороху. Начальная военная подготовка длится 24 дня. По окончании начальной военной подготовки призывники должны перед принятием воинской присяги отстрелять с боевого оружия. К этому времени мы обучаем их по таким предметам, как тактическая подготовка, огневая подготовка, радиационно-химическая и биологическая защита, физическая подготовка, строевая подготовка, а также к общевоинским уставам. К завершению они будут должны знать элементы из тактической подготовки, тактико-технические характеристики вооружения, а также основные элементы строевой подготовки. После выполнения стрельб военнослужащие прошли полосу препятствий «Атлетизм, решительность, дерзость». Отметим, что военному делу молодое пополнение обучается с первых дней службы в рядах вооруженных сил. Сагындык Коноргүлү, Айымгүл Харулина, телеканал «Атырау».